Вот, дядь Боря, еще одного заломал сазанчика. Что-то там у нас есть. О, ё-моё, сазанчик. То есть хапуки тоже работают. Удалось ему сазанчика. Наверное, килограмма на 4, да? Да. Ну вот эти вот у нас где-то может, под... Вот эти надо... Ну это где-то килограмм, я думаю, 5-6. Так, ребята, всем привет. Сегодня с Антоном Сергеевичем. Антоха за кадром сейчас говорит всем привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Приятно, в общем, начинать видео. С Антоном Сергеевичем днем мы продолбили луночки. Удалось уже поймать двух сазанчиков. Рыбачить будем сегодня на паук-подъемник, так называемый. Ссылку, если что, на магазин пауков снизу оставляю, на всякий случай. Все понабрали. Вот у нас аккумулятор с собой есть. Фонарик вот такой вот. Штатив, на который мы его поставим. Сазанов, которых мы поймали, мы выкладываем в гараже. Чтобы вы не говорили, что уже с рыбой же нельзя на рыбалку ходить. Все, и сейчас пойдем, уже начнем, так скажем, трансляцию с места рыбалки. То есть подойдем, почистим лунки, будем вытаскивать и включимся. Что будет со съемками, сам не знаю. Поэтому начало снимаем в гараже, более-менее освещение. Там какое освещение будет, хрен его знает. Так что извиняйте за все, не переключаемся, смотрим дальше. Надеюсь, будут сазаны. Антоха тащит, я с ним. О, вон там какая-то первая рыбина там. Ну-ка пойдем смотреть, что он там поймал. О, блядь. Ууу, какая здоровенная, Антоха, рыбина. Первая сегодня у нас рыбка, лещ такой. Вот, ребята, рядом тоже рыбак, дядь Боря. Сазанчика поймал, сейчас покажу. Вот, дядь Боря, еще одного заломал сазанчика. Я тогда буду снимать, как ты вытаскиваешь в следующий раз, ладно? Ну, смотри. О, у него прибывает. Ну-ка, может, что-нибудь у нас прибудет. О, отпускай такую крупную рыбу. Какая-то мелочь. Уйти не может. Уйдет. Так, ребят, что-то у нас соседи все ловят. Нам с Антохой удалось. Вон уже кучку рыбки. Ну, крупной нету. Сазанчика еще не поймали. Хапуги вон с собой принесли. Сейчас хапуги попробуем поставить прямо в лунку. Посмотрим, что из этого получится. Дернем. Опа, ребята, есть. Поймал сазанчика. Ну-ка. О. Неплохо. О. Какой-то весь лунка обмерзла. Поставили хапугу. Вот у нас одна в собранном состоянии. Одну хапугу поставили в лунку. Посмотрим, может, что-нибудь будет податься в нее. Будем пробовать ждать. Он поплевочек плавает. Надеемся, что что-нибудь в нее попадется. Так, ребят, сейчас еле успели камеру включить. Что-то там у нас есть. О, ё-моё, сазанчик. То есть хапуги тоже работают. Да хапуга-то лучше, он уже сколько пытается поймать на подъемник. Чих-чих-чих-чих-чих. Вот только что вытащил на подъемник сазанчик. И еще один. Тут же на хапугу. Ё-моё. Это поменьше, да? Такой же? Да, сейчас сравним. Ну-ка. На хапугу крупнее сазанчик. Один в один. Один одинаковый. Вообще, ребята, и на хапугу ловится. Но на хапугу быстрее поймалось. Просто мы пока бегали что-то туда-сюда, еле поклевку не успели закинуть. Давай закидывай. Попробуем дальше. Болтай, стоишь. Давай. Всю рыбалку проболтаешь. Почему мы сразу хапугу не закинем? Ну мы же не знали, что так можно. Пока на хапуге не клюет, он только в стороне подъемник там стоит в темноте. Удалось ему сазанчика. Наверное, килограмма на 4, да? Да. Ну вот эти вот у нас где-то может, под... Вот эти надо двушечки. Ты двушечка, это где-то, наверное, килограмма на 4 удалось ему сазанчика поймать. Хапуги пока если что молчат. Если не больно, смотри, круглый какой. Круглый прям. С икрой, Антоха, с икрой. Ладно. На подъемник. Ребята, поймал на подъемник. Хапуги что-то молчат у нас. Вообще затишье, ничего не ловится.
Ну вот Антохе удалось одного выцепить. Хоть хапуги туда ставь, ту лунку, ё-моё. Ладно, будем рыбачить дальше. Так, здесь кто-то вроде шевелил поплавок, сейчас посмотрим. Ага, вот он, кто шевелил. Ух ты! Ё-моё, сазанчиков сколько? Два сазанчика. Лещ, ё-моё. Два сазанчика, два леща. Ну, один такой. Килограмма под два, может быть. И один маленький. Чё говоришь? Я говорю, снимаш. Ну? Что-то они даже особо не клевали. Ну, чуть-чуть что-то вроде шевельнул, не шевельнул, фиг пойми. Шевельнул все-таки, да? Да фиг его знает. Ну вот 4 рыбины было и. Ну нет, я видел, что ты это или наугад нахуй, или шевельнул. Грибок есть. Ох ты, смотался. Лючка, да. Ну. Никита, без обид, но лошара. Ну а что я сделаю? Включили, все разогнал опять. О! Вот он. Ого! О, такой лещара попался. Под килограмм. Под два, да, Антон? Ладно. Будем ждать сазанов. Да, я думаю, на 10, не меньше. Так, ребят, в общем, вот такая вот получилась рыбалка. Здесь мы положили только самое крупненькое, что нам удалось поймать. Вот самый крупный лещ. Под язычку удалось поймать. Сазанчик тоже маленький. Антон Сергеевич сегодня отличился. Ё-моё, сазанчик. Ну, это где-то килограмм, я думаю, 5-6. Ну, не меньше 5. Стопудово 5 килограмм. Ну, два у нас уже было сазанчика, и в итоге нам раз, два, три, четыре и пять вот такого маленького сазанчика удалось еще поймать по темну. Кошкам поймали. Да, кошкам там еще с ведерка. Ставим лайки, подписываемся на канал. Думаю, дальше будет еще интересней. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.